Подписание соглашения о сотрудничестве между Байкальским университетом и Академией наук Монголии состоялось в Генеральном консульстве нашего восточного соседа. Соглашение будет действовать на протяжении 4 лет и является взаимовыгодным для обеих сторон. У нас с Байкальским государственным университетом и между Академией наук Монголии очень давнее сотрудничество, сейчас обновляет свои договора. В рамках официальной встречи состоялось вручение 5-й заключительной книги многотомного научного труда «Россия и Монголия. Новый взгляд на историю». В уникальной работе приняли участие около 50 авторов-монголоведов со всей России. Издание подготовили ученые Байкальского университета. 5-й том завершающей работы посвящен концептуальным вопросам российско-монгольских отношений. Он посвящен вопросам историографии, источниковедения и методологии. Уже в марте будущего года ожидается совместная конференция монгольских и сибирских ученых на базе Байкальского университета. Анна Бородина, Игорь Титенко. Новости сейчас.